Всем привет! Сегодня готовлю знаменитое блюдо русской кухни – пельмени. Начнем с теста. Просеять в миску 800 грамм муки. В отдельной посуде смешать 3 яйца, 400 мл воды, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка соли. Хорошенько размешиваем и эту смесь добавляем к муке, замешивая тесто. Убираем тесто в сторонку и приступим к начинке. У меня свиной фарш примерно 1 кг. К фаршу добавляю лук и чеснок, измельченные в мясорубке. Сюда же добавляю соль и специи по вкусу. Можно добавить зелень. Перемешиваю. Теперь можно приступать к лепке пельменей. Я леплю с помощью формы. Раскатываю тонко лепешку, кладу на форму. Форму обязательно нужно присыпать мукой и выкладываю начинку в ячейки. Раскатываю еще одну лепешку и кладу сверху, присыпаю мукой и прохожусь скалкой. Убираем остатки теста. Вытряхиваем пельмени из пельменницы. Отвариваем пельмени в подсоленной воде. Можно добавить лавровый лист, горошины черного перца и лук. Пельмени варим 2-3 минуты после того, как они всплывут. Приятного аппетита и благодарю за просмотр!